Да, всем привет. Сначала проведем распаковку. Это новый игровой ноутбук Omen. Спецификация у него следующая. В общем, тут забавно написано. Ускоренный процессор AMD Ryzen 7. И, соответственно, 16 оперативки, 1 гигабайт диск, соответственно, 16 дюймов экран. Ну и так далее. И, соответственно, видеокарта есть. 8 гигабайт RX и так далее. Ну, запаковано все очень красиво. Написано по-английски, по-французски. Так выглядит. Здесь какие-то бумажки, даже не буду их трогать. Все видите, вот так вот упаковано. Вот такая вот тут у него сумочка. Не знаю, что это. Здесь, соответственно, зарядка, хранитель. Ну вот так вот. Значит, кстати, по зарядке, конечно, если сравнивать с моим предыдущим ноутбуком, то, конечно, зарядка в 2 раза больше, в 2 раза тяжелее. Вот. Значит, ну это мы можем, наверное, брать. Очень интересно. Упаковано все нормально. Солидно. Просто для сравнения, мой бывший ноутбук Dell и, соответственно, Omen. Видите разницу? Тоже примерно где-то. Ну, тут 14 дюймов, поэтому он такой маленький. Вот, соответственно, он здесь вот так выглядит, а здесь выглядит вот так. Да, тряпочка. Вот так вот выглядит. Все отлично, красиво. Ну, конечно, здесь 2 вентилятора больших, а здесь всего лишь 1 вентилятор. Вот. Понятно, что это игровой ноутбук, а это просто, так скажем, компактный. Ну, в принципе, тоже 7-й Intel там нормально. Вот так это выглядит. Ну, с таких вот недостатков, таких мелких, да, вот здесь вот USB 2 порта, они очень близко расположены, если флешки как бы такие жирные или какие-нибудь, не знаю, широкие там у них, то может быть не очень удобно. Но с другой стороны, здесь еще один запасной. Так что вот такая техника. Сейчас запустим, посмотрим, что там, какие показатели у него.